Конечно, думайте, что это очень глупо выходить в эфир и жрать и чавкать, но это не так глупо, как ваши вопросы. Что, Евровидение идешь, что ли? Никогда не смотрел это говно. Я каждый день съедаю по кусту. Помимо этого еще один, как его, кальраби и брюкву. Еще у меня есть арбуз, груша, рукола. Что еще взял? По-моему, все. Не знаю, что ты за сидера ешь, что у тебя язык не имеет. Но у меня язык натренированный.
рэп читать и еще раз там. Ли, не ле, а ли. Что тебе, куни? Ну что тогда пришлось, тебе заебал? Выйди. Тебе, куни? Эй, Зак, ты выглядишь, напиши в личку. В инстаграме. Я не веган. Веганство – это уебанство. Соответственно, веганы – уебаны. Зависит не от меня, а от тебя. Я должен на тебя посмотреть, прежде чем ответить. Если маленькая стрёмная пышка, никакого куни ты, соответственно, не получишь. Поэтому я сейчас обещать не буду. Коту в мешке куни не делаем. Норм. Что рассказывать? Я ем сельдерей. У нас он называется зелери. Звучит гораздо приятнее, чем сельдерей. Зелери. Вот.
До этого я съел калраби. Сегодня на обед я себе готовлю плов с бараниной. Вечерком я промежутки ем сырые овощи. А вот на ужин яичницу сделаю себе. Омлет. Я буду спать. Я на ПП, что такое ПП? А, ну, стараюсь. Как я держусь, это очень просто. Мне просто не нравится есть жирную пищу. Да. Мне нравится чистая пища. Сырые овощи холодные. Да, еще. Один 19 килограмм. Евро 19 килограмм. Че это дешево? Капусту не ем. Мне не нравится на вкус. Калраби. Овощ такая. Светло-зеленая, а внутри она такая прозрачная. Полупрозрачная, не так и белая. Овощ. Калраби. Его больше 100 нет.
Чувак, отъебись от меня со своей тюрьмой, ёб твою мать, а. Денчик, да, я взял билет. 14 с чем-то, там, 18 с чем-то буду. Воскресенье, да, завтра приеду. Туда завтра. Нахрен без жида, дурак. Бля, пиздец. Это ваша постсоветская хуйня в голове. Нахрен мне жена. О, брат мой тут был женат. Денис! Денчик! Братан! Где мой брат младший? Дэн! Брат мой был женат, вон спросить, еще раз жениться хочет? Почему должно тебя напрягать жизнь табу? Один спокоен, все. Захотел потрахаться, потрахался. А ушла ты опять один. Никто тебе не ебет мозг. Вот, свободный. Куда хотел, туда поехал. С кем хотел, с тем переспал. Братан, глядя на большинство из вас, детей не хочется. Честно тебе говорю. Умный такой. С коленом в перископе сидишь. Включи Горгород. Послушай, Горгород. Я знаю. Ты еще любишь пони. И в своей детской ты слушаешь Окси. Лора, какой трек Оксимирона тебе больше всего нравится? Да, угадаю. Последний звонок? Не знаешь, пока там пони. Тебе нравится пони. Ты слушаешь Окси.
Еще не знаешь о коксе, да? Лорочка, ну скажи мне, какой трек ты у Окси любишь больше всего? Просто «Безумие» или «Последний звонок»? Все любят наглых. Как там припев был, блядь, сижу, пытаюсь вспомнить «Последний звонок». Какой же там припев был? Вы можете величать. Чё? Можете величать меня, чади мада. Можете. Хуй знает, не помню, короче. Лора, ну скажи, какой трек у Окси ты больше всего любишь? Лора, ну скажи. Ну, пожалуйста. Девочка, пиздец, наверное. Смотришь на себя такая в зеркало, на свои маленькие сиськи и круглое пузико. Такая, ты думаешь, я девочка, пиздец. А девочка, пиздец. Не могу понять, почему для взрослого человека внешность так важна. Она не для меня важна, она для тебя важна, потому что ты внешне, очевидно, собой недоволен. Поэтому тебя задевает моя поверхностность. Ты так возмущаешься, что я просто не могу тебе верить, братан. Прости. У тебя пердак горит от чего-то. Не просто ж так. Вот когда я говорю про страшных тёлок, красивые девчонки же не возмущаются. Может, у тебя страшная тёлка, тебе похуй, ты её всё равно любишь, и поэтому тебя обижает, когда я говорю про страшных тёлок. И ты считаешь, что это не знаю. Откуда знаешь, что тебя? Почему тебя так бомбит от этого? Да, я страшный, по мне бабы с ума сходят. Я считаю, что я урод. Смотри на меня. Урод. Ты бы мне дала? Дала бы. Та-та-та-та. Та-та-та.
Ладно, пойду я кино посмотрю какое-нибудь, а спать пойду, что-то я сегодня весь какой-то никакой. Салам алейкум.